Во Франции завершилась серия мероприятий по укреплению экономического сотрудничества с нашей страной. Впервые за долгое время казахстанская делегация смогла приехать в Париж и провести ряд встреч, которые завершились конкретными инвестиционными проектами. Минусы пандемии в казахстанско-французском деловом сотрудничестве превратились в плюсы. Закрытые границы увели максимум общения в онлайн. Но регулярные вебинары позволили продолжить имеющиеся проекты и начать новые. На долгожданную офлайн-встречу в Ассоциации французских предприятий из-за санитарных мер было допущено ограниченное число участников. Желающих было гораздо больше. Очень хорошая встреча получилась. Она показала, насколько госорганы в Казахстане прислушиваются к нашим предприятиям. Был прекрасный диалог между компаниями и вице-министрами иностранных дел и индустрии. Франция входит в число главных инвесторов в казахстанскую экономику. В среднем около миллиарда долларов ежегодно. Промышленные гиганты вроде Alstom и Total намерены и дальше развивать свои проекты. Но тенденция последнего времени, вслед за корпорациями, интерес к инвестициям в Казахстан проявляют и небольшие компании. Одна из них – PCM. Этим летом планирует запустить в Актау производство по сборке насосов для нефтегазовой отрасли. И вот инвестор подписывает намерение вложить 5 миллионов евро в казахстанский проект. Для нашей компании это несколько необычно – встречать представителей власти такого уровня и получить возможность необходимой поддержки. Мы являемся компанией средней величины, которая обычно не имеет такого доступа к руководителям этого уровня в других странах. Госорганы в Казахстане нам помогли на первых порах через вашего посла, для того чтобы мы смогли лучше понять ситуацию на месте, узнать, какая поддержка предусмотрена для иностранных инвесторов. Французское присутствие в казахстанской экономике будет нарастать и дальше. Air Liquide строит завод по производству технических газов. Компания Saint-Gobain модернизирует предприятие Жамбыл Гипс. А сеть магазинов стройматериалов Leroy Merlin приступает к открытию нового магазина в Алматы. Желание вкладывать в экономику Казахстана есть. И вот сейчас мы как раз таки сверили часы, нашли ряд новых компаний. Наш большой партнер – это ассоциация крупных французских компаний Медеф. Два дня они поддержали, и уже через 10 дней состоится ответный визит к французской делегации. В составе 30 компаний Франции летят в Казахстан, посетят Нур-Султан и Атырау по новым проектам. Приезд казахстанской делегации стал важным этапом усиления сотрудничества двух стран. Во время ответного визита планируется подписание дорожной карты партнерства на ближайшие годы. Этот документ должен определить точки роста экономической кооперации Франции и Казахстана. Алия Сыздыкова, Руслан Умиржан, Хабар 24, Париж, Франция.